Всем привет, с вами Texas, и это матч Na'Vi против Team Spirit. Если кто не в курсе, у Spirit как бы новый состав, и это бывшие Old Bad Gold. Так что, старички обрели свой командный дух, погнали по хайлайтам. Матч в формате Best of 1, квалификация на Эпицентр Мажор 2019. Мэджикл слишком нагло вышел, и тут его еще поймал господин БЗЗ, это ФБ для коллектива Spirit. Очень обидная смерть, ведь там еще и Fairy Fire был потрачен. Иллидан на короночке играет здесь, в этом матче, на Келлснайте, конечно же, и получает. Сейчас агрессия от команды Na'Vi, неплохо так вписали Infernoblade. Нужен удар от Блисси, подкопа пока нет, но и так хватает, это фраг для коллектива Na'Vi. При этом нас по центру поджимают немного Мэджикл, ну и очень далеко обитают парни. Спирт там Денай от БЗЗ, но за ним уже выезжает телепорт. Ай, как обидно! Денай не удался, ну и Санейка фраг себе возьмет, вижен удар, хорошо. Опа, БЗЗ задетектил Санейка, готов пофармить криповище, подошел Верхиор, сейчас будет прокаст от Эвленджа, и там на месте Кристаллайз, прожимается Рейдж, но все-таки в тосе улетает Санейка прямиком в таверну, также падает БЗЗ. Размен 1-1, и при этом снизу падает Иллидан. Момент в плюс для команды Na'Vi. Разминают Иллидана, готов он выписать стан поблизи, но тут довольно-таки опасная ситуация для господина Келлснайта. Вильхиор бодиблочит, удар Хадукин, хорош заяц. Заяц нашел Вильхиора, хотя кто кого нашел, тот пошел неплохой на передачу года, а Айспа залетает и при этом падает. Господин Заяц начинает дамажить еще здесь Медузу. 3-4 героя коллектива Спирит на месте, Тос пошел там минус, уже 2 героя у коллектива Na'Vi, но въезжает Мэджикл и просто зафармил сладкие булочки. Даблкил и телепорт, прощайте, парни. Вылазка от команды Na'Vi, Айспас, так, Ванскор пока поймал лишь Зайца, Глимс пошел по БЗЗ, вернули на кликинг филдом, есть врыв от Вильхиора, работает Кристаллайз, ну и Зайц, я думаю, уже потратил, подгорает БЗЗ, это минус, готов первый. И минус без байбека. Зайца казнил там Иллидан. И даблхилл себе забирает Мэджикл. Неплохо так наваливает на своем Эмбер Спирите. Есть Реминант. Отступает на него же. Год Стонгейс еще не качал. Прыжок. Еще один свиста от Мэджикл. И попытки немножко подзадавить. Иллидан очинный по Вильхиору. Ой, как хорошо. Пошел по дэмонджу Мэджикл. Агрессивно. Но пока себе это он может позволить. У него есть Манга и Реминант. Na'Vi крадутся. Года сейчас заметят, задетектили. Так, Стонгейс прожимается, но все-таки накрыли там еще и Эпицентром. Год кастует телепорт, неужели? Нет, не уйдет. Есть врыв по Иллидану, на Реминанте въезжает Мэджикл. Нужны чины, чины через пару секунд. Стан на 2 секунды пошел. Так, стенка, стяжка. БЗЗ, нет, пока без стяжки, стяжку не качал. Есть реалити рифт по Санейчу. Санейка минус, Близи поджигает, прыжки пошли. От Мэджикла, правда, Айспас успел закастовать ванскор. Пошел реалити рифт у нас от Иллидана фантазм. Ну, заряжает коней, конечно, неплохо так. Ну и там тосик от Вильхиора. Так, просветка зашла. Есть Айспас еще один. Заяц минус, даблкил уже для Иллидана. Прыжки от Мэджикла, подкоп залетает. Неплохой от Сенкинга. И БЗЗ уже на грани смерти. И там еще Иллидан оказался на той же грани. Даблкил для Кристаллайза. И Вильхиора тоже не отпускают. Гадлайк для Мэджикла. Спириты решили пойти в смоук, найти Na'Vi, но нашли Кристаллайза. Там еще есть рассказ от Близи. И залетает с Эпицентра. Ой, как же он подтрусил. Эпицентр на ковалах Эпицентра. Это как бы неплохо звучит. БЗЗ вакуум, но все-таки не особо. Он ему помогает. Трипл килл для Мэджикла. И год уползает на базу Тини. Кастует байбек, ну и, собственно, телепорт отменяет. Потому что в ином случае его бы там жахнули. Выход сверху от Na'Vi, поймали года, поджигают его думом. Есть под сейв небольшой от Вильхиора, но все-таки тут еще и Мэджикл оказался поблизости. Да, это конечно, этих парней можно уже хоронить, засыпать. И там у нас еще и поймали ванскора. Очередной минус, очередной стрик. Файт у Рошана, есть у нас реалити рифт. Фантаз пошел, Иллидан готов повоевать, но там ему все-таки не получилось даже реалити рифт поставать. Даблкил для Кристаллайза, есть гадлайк очередной, поймали года, ну тут просто вот развал. Вот иначе и не скажешь. Na'Vi молодцы. И да, это в принципе первый матч Na'Vi, который я вижу с новичком Зайцем. Шансов очень мало, но все-таки верят в них парни из команды Spirit. Пошел Ласмок вылазка, но там не получалось поймать Близи, он все-таки ушел с блинкаута, и тут у нас Глимс пошел по году. Стонгейс есть, но год слишком тонкий, ну там манта стайл и все, то есть 1000 маны, это копейки, Na'Vi ее сразу же убили, есть байбек, кстати, чтобы байбеком у коллектива
Ну, два байбека есть. То залетает, и там выгрызают. Или Дана, ну все, парни. Это конечное. Тут вы ничего не сделаете, камбэка здесь не будет. Нави задоминировали, за 25 минут взяли эту карту. Ну и вот она, первая победа. Начало весьма неплохое. Интересно, что же будет дальше? Пиши в комментарии, какое место займут Нави в рамках данных квалификаций и смогут ли они поехать на эпицентр по квалификациям. Либо же нужно будет играть квалы на минор. Ну и не забываем прожимать пальцы вверх, не забываем прожимать подписку на канал, при подписке нажимать в колокольчик, это все очень просто и очень помогает каналу. Ну и скоро будет видео с поездки в Диснейленд, с поездки на мажор, надеюсь вам зайдет, надеюсь будет интересно. Так что услышимся уже совсем скоро, с вами был Texas, пока!